ездила на мойку помыть машину, то, что творится у меня в машине, это полное... Чисто более-менее только на моем месте. Все остальные, походу, вообще просто крышняк. Вот это все будут мыть, убирать. Здесь полная жесть. Идите. Багажником у меня мыть будут. Багажник тоже должен будет помыть. Мне сказали часа 3 для моей машины. Я знаю. Даже вот здесь вот. Даже здесь. Вы понимаете, что творят эти дети? Реально. Я просто в шоке. Что они творят? Они творят какую-то дичь. Дикость творится у меня в машине. И вот они, эти святые люди. Почти чистенько. Ужас. Посмотрите, везде мусор после нашей мойки. С ума мы сошли. Мне нужна дальше. Дальше. Амирчик сел как... Мы сошли. Тут мать как чисто.